колеса бросаешься? Мира? Нормально, я чуть не задавила школьную подругу. Тебя нужно спасать. Что ты думаешь делать? Выдать тебя замуж. О, граф! Да, это мне мой муженек подарил. А это тоже граф? Да нет, учитель физкультуры подарил на 8 марта. А, это она так своего персонального инструктора по фитнесу называет, у них типа роман. Слушайте, это прикольно, надо запомнить. Мир, вы знаете, у нас через пару дней будет презентация книги. Я, к сожалению, улетаю в Сочи. По-моему, Игорю это понравилось. Ваша яхта? Моя. Ольга, у меня есть план. Чего стоим? Кого ждем? Самый завидный холостяк нашей страны. Он бы от тебя не ушел. Не ушел бы. Как у тебя получилось? Я сказала, что я замужем за человека, которому нельзя говорить нет. Красиво? Но ты тоже ничего. Живы? Вы что здесь делаете? Вот здесь. У нее есть душа, это редкость. Я вижу, вы на романтической волне. Вы не такая, как все. Вы достойны настоящей любви. А я не знаю, что такое любовь. Мира, я люблю вас. Все. Фальшь. Просто фальшь. Я просто не могу врать. Подлец! А ты кто? Ваша жена. У меня много чего есть, но вот жены пока нет. Хватит жить сказками. Принцы есть и в реальной жизни. Я тоже так хочу. Все так хотят.